Ну как она? Я прокатилась. Молодец. Первая. Да. Гладила, гладила. Это кто? Альпака. Альпака? Да, я кормлю пельза. На пуделя похоже. А ты как у нас? Ты тоже, да? Не знаю, как замечательно. Смотрите. Виталий Геннадьевич, я все-таки что-то вытащу там. Да, такой вот нападает. Ну хороший, да. Да, ну укусил, меня да. Защищаешь. Да? А дай я вот так вот попробую. Посмотри. Вот так. Больно она щипает? Нет, не больно, у нее зубов нету. Вот так. Ну как бы это самое. Как-то вот, что ты? На, покушай. Эй, не это самое, не больно. Следов не остается. Ага. Да, да, покушай. Что, прям будешь кормить рукой? Ну, я как бы для видео. Ну, рукой не это самое. Не. Дети могут испугаться. Как бы. Да ты хорошая она. Вот так молодая. Мало, через верх я повыше подними немножко. Ведерко не надо? На открытой ладони. Под клювиком. А, понял. Вот, молодец. А, понял. Не пальчиками, а на открытой ладони. Не это самое. Да она ушла теперь. Они вырастают небольшие. Метра весом не более 75 килограмм. Нет. На ладошке, на открытой. На открытой ладошке. Короче, смотри, как у собаки, если ты здесь даешь кусать, если ты здесь даешь, вот так вот. Надо нет. Вот туда, на ладошку. Да, вот сюда, поближе к пальцу. Да, вот так. Голову убирай. Она идет. Щиплется, я и говорила. Щипай. Что, щиплется, да? Нет, ну, страшно. Ну, не больно. Как, неожиданно. Страшно, но, да. Да? Ну, типа, ну. А, да? На тебе ногой. Девочка. Нельзя кормить. Нельзя кормить, нельзя кирюшить. Нет, я не буду. А что? Они чупанные. Да, смотри, вот молодой. Недостаточно крепко. Ну только, так, вот так вот, подожди, смотри. Здесь только главное не то самое. Вот так. Виталий Геннадьевич, смотрите. Бесплатно страусиный эфир. Да? Я не буду расстраиваться. Молодец. Ну что, испугался? Ну давай еще бери. Кто еще хочет страуса покормить? Корм еще остался. Виталий Геннадьевич, будешь, Дашенька, будешь кормить страуса? Я буду, я буду. Викторовна, ладошки, руки давай поможем им. Вот. Вот, бери, смотри, ладошку давай. На ладошку положи вот так вот, смотри. Нет, не ближе к пальчикам, а вот так вот. Вот. Да. И ей давать? Да, и протяни так, чтобы под клюв снизу, чтобы она... Так, чтобы вот. Она поняла, да? Щипается. Саш, ближе к ладошке, вот сюда вот. Раз. Вот, тогда она берет. Что-то я боюсь. Давай, клади. Я боюсь. Давай, ладошка. Вот и все. Там не больно. Альпака. Не корми. Ведерко не ставьте, да.
хорошенькая. Ой, какие у тебя реснички-то. Девочка. Смотри. Девочка, да. Девочка. Да ты красивая, да ты очень красивая. Аккуратно, ты очень. Да, аккуратно. Девочка, да? Точно девочка. Помнишь, мы смотрели с ресничками, я еще говорил, девочка, да? Аккуратненько, конечно. Вот, да. Молодец. И не щипается, да тут щипается. Держи. Красавица. 47 грамм мозга. Как они живут? Не такой. Больно она чипается. Не больно. Да. Бери, не стесняйся. Пойдем там еще. Ты не бойся, не бойся. Лицо как бы не подставляй. Видишь, она хорошо, правда, раскидывает. Не надо бояться. Повыше, Таня, она не достает. Так они так... А мозгу не было, он был. Ну да. Ну, ты какой мальчик, блин. Хватил? Ну, как бы да. Надо под клюв снизу, как бы. Вот, тогда он берет. А если руку протягиваешь, как бы, вот. Ты какая кровожадная. Больно же. Ну, как бы не совсем. Смотри, если сбоку показываешь, как бы, да, то одно. А вот так вот она берет. То есть, смотри, если сбоку, то кусается, да? А если да, вот это ладно. Едет? Не знаю, это о чем там бежал. Ну покушай. Кто из них девочка, кто мальчик? А тут три девочки попали, они все с ресничками. На, покушай. Ну хорош. Ну вот, смотри, что это. Ты снизу, главное, снизу и пальчиком к нему. Да. Кусаешься. Так, она ловит вот так вот. Хоп. Ловит. Они почищают только пушку тоже, да? Так, на детей тоже поснимай. Так, давай я тебя нафоткаю. Так. Я же не дам. Ну ты не давай просто так вот встань, что ли? Да. Смотрите, я сюда в октябре приеду, чтобы рога забрать. Да? Я думаю, что он не будет тебе отдавать это. Будет? Да? Его они отпадают. А вон там все? Там даже платить не надо. Держи ведро. Да, да, да. Видите, этого осла? Там Цезарь. Цезарь? Да. Ослика Цезарь зовут? Ничего хорошенького. Это мама. Давай это самое. Ой, да. Ой, да что ты? Это у нас северная олень. Виктор, она выщипала страуса. А можно мне оленя покормить? Нет, конечно. Спасибо. Дай тоже кусочек. Я Олежков не кормил еще. А Олежек. Шугливый какой-то. Да, ты мальчик шугливый, да. Ну покушай. Вот. Ну, хороший такой смысл. Неинтересно, скажи, да? Пошел туда. Да, да, ты берем, годиной. Не, я руку. Ну, да,
они такие прямо шевелятся. Не твердые как бы они. Это панты, что ли, называется? Здесь вот сверху на рогах. Давай. Это покрытие. Ну из них как бы используют. Сейчас, ой, не знаю. Покрытие. Да. Я попробую, если будет хорошо крышка. Давай, аккуратненько смотри. Я еще приду к этому слову. Ты не бросай, я знаю. Маша, не бросай. Как-то не укусит. Посмотрите. Денис, подойди к нему поближе. Олеська, дай-ка зайка сфотографирую. Ух, полностью Олеська. Сзади мы не подходим к животному. А то он сможет. Аккуратненько. Забирай свое ведро. Сына. Покормаю. Олегина берет. А у меня покупать даже. А что осёл ест? Он капусту будет есть? Он же нет, он не траву ест. Он не будет капусту. Он только траву ест. Он как? Он в гору не пойдет, да? Да. Сзади не подходите. А то он пнет. Видите, подходите тоже, сфотографируйтесь с ним. Подходи, давай, камеру. Он еще маленький, ему 2 годика. 2 годика? Ну в этом году он уже будет курс обучения проходить для того, чтобы детей катать. Да? Да? И он будет катать их? Будет, а куда ему? Есть куда деваться, что ли? А почему у него такая мордочка большая? Ну это осел, потому что. Да, он это любит. Пап, перелез. Нет, ничего не пап, дай мне травы. Травы. Так, сейчас. Здесь поставлю. Сейчас я смотрю. Поставлю так. Вот это. Пока. А, ну значит я уже не раз забрал. Значит я не раз забрал все крапивой. Пап, дай мне крапиву. Дай мне воду. Дай мне. Камера стоит на горбу, вот сейчас упадет. Так. Вот, на тобой, не шатай. Вот. Вот, стоит. Не шатай, забор. Как пройти туда? Ринка. Вот с этой. А это что? Меня отвернулся. Чистоплотные, альпаки, яки не чистоплотные. Яки не чистоплотные? Они могут и грязи, и везде. А они сами все чистые. Ты посмотри на тебя. Давай, сядем. Ходит. Чувствует нос? Альпаки так вообще, вот, допустим, они никогда не сходят там, где едят, что ли. А если где-то сходят, если кучку эту убрать, то он будет в одно и то же место ходить. Да? Достаточно обучаемые. Пошел. Ну, это самое, не очень, да, такой? Это мама. Это мама? А вон там дочка. Дочка? А его за рога можно? Ну вот я пробую. А, перышко!
Да. Тут доска вытаскивается, наверное, да, так ее? Да.